Всем привет! Сегодня завершается первый день международной выставки и конференции по зарубежной недвижимости и миграции в Каннах. Я первый раз, если честно, на таком масштабном мероприятии. И что хотелось бы отметить? Ну, во-первых, организация. Организация на высочайшем уровне. Спасибо. Организация безопасности на высочайшем уровне. Все проверяется, все перепроверяется. Лишний раз никто никуда не допускается, не выпускается. Количество служб безопасности зашкаливает. Количество участников, ну, объективно, я ожидал гораздо больше. Но количество стран, ну, достаточно впечатляет. Мне не удалось за первый день встретиться со всеми, познакомиться, пройти все стенды. Ну, вернее, скажу так, я, естественно, прошел все стенды по 10 раз, да, но у каждого стенда постоянно были люди, и, ну, я смог только пообщаться с теми, где находилось какое-то окошко, какой-то свободный человек. У меня порядка 20 или 30 визиток лежит в номере, и несмотря на практически отсутствие знания английского языка, удалось и пообщаться, и обменяться материалами, и визитками, и договориться о сотрудничестве с большим количеством участников. Было много Кипра, кстати говоря, риэлторов, брокеров, застройщиков, девелоперов из разных городов, регионов. Несмотря на то, что мы на Кипре уже больше года, и очень высокая степень проникновения, я с большим удовольствием встретился со всеми участниками, познакомился, поговорили. Самое интересное, что ни с кем из них мы не были знакомы. А нет, немножко каюсь, с двумя компаниями мы работаем, сотрудничаем. Ну, то есть наша позиция на Кипре усилилась благодаря сегодняшним знакомствам и возможностями, и по работе с разными городами на Кипре. Греция была, Таиланд был, Польша была, Латвия, Португалия, Италия, Испания. Носился шальной немецкий журналист, попытавшийся взять у меня интервью, но узнав, что я брокер, а не инвестор, быстро удалился. Швейцария была, Монако, Мальта. Много, в принципе, участников из Москвы, из, наверное, такой глубины России я был единственный. Выставка больше носит, наверное, все-таки партнерский характер. Огромнейшее количество знакомств, встреч, налаживание каких-то партнерских отношений, сотрудничества. Хотя были инвесторы, я сам познакомился уже, когда мы прилетели. Люди приехали посмотреть город, страну, осмотреться и, возможно, прицениться. Хотя количество инвесторов, конечно, я так поговорил с разными участниками, ожидали больше. По гражданству. Очень интересная тема, было несколько юридических компаний, адвокатских компаний, компаний, кто специализируется на получении, на содействии в получении вида на жительство, гражданства в ту или иную страну. И проконсультировавшись с несколькими участниками, я вдруг понял, что сегодня мы обладаем уникальной возможностью, потому что на Кипре кипрская схема, кипрская программа получения гражданства сегодня считается самой выгодной, ну, получается, в Европе, да, с точки зрения сохранения денег, не потери денег, да, потому что вложившись в получение кипрского гражданства, то есть потратив порядка 2 миллионов, чуть не сказал, рублей, евро, да, вы помимо получения гражданства получаете еще возможность возврата своих средств через 3 года. Ни одна программа, которая сегодня существует в мире,
не дает такой возможности. Даже на Мальте условия гораздо жестче. Вы просто отдаете деньги, вкладываете в экономику Мальты. Почему-то я это только сегодня это понял, проконсультировавшись с профессионалами. Ну, возможно, просто знания были поверхностные. Встречался я и с очень интересными нашими московскими, уже, наверное, можно назвать партнерами, которые показали мне тоже несколько схем. Наверное, в видео это говорить особо и нельзя. Схем для людей, которые озадачены перемещением денег. Не буду говорить. Вот. В общем, интересные встречи, интересные проекты, интересные люди. На каком-то этапе я перестал немного тушеваться из-за того, что я не знаю английский язык, и подходил, общались. Оказывается, все-таки какие-то навыки у меня есть. Учите людей язык, особенно если вы планируете общаться с англичанами, англоязычным населением, перемещаться по миру. Язык просто раскрепощает и дает колоссальнейший, конечно, прилив сил, уверенность в себе. А так ты без языка особо ничего не знаешь, не умеешь и не можешь. И чувствуешь себя какой-то селедкой, редиской какой-то. Вот. Что я вынес с сегодняшнего дня? Вот, пожалуй, самый важный момент, это как раз для меня было открытие сам кипрского гражданства, что это самая лучшая программа. Я встретился с нашим теперь настоящим клиентом в Грузии, который строит супер премиумный небольшой комплекс в Тбилиси, да, с кем мы начинаем сотрудничать. Особо не афишируется, но потрясающей красоты. Я видел проект, безумно красиво. Появились новые партнеры на Лазурном берегу. Я сегодня, кстати говоря, удалось посмотреть три виллы для того, чтобы прицениться, посмотреть, как это выглядит в самом лучшем месте, который считается самым лучшим местом. Но я понял, что знания, навыки, компетенции и партнерские договоренности всевозможные у нас за эту поездку, естественно, усилится. И зарубежное направление, которое мы реанимировали в этом году и начали с каждым днем все больше и больше сил и времени на него тратить, начнет работать более эффективно уже в ближайшее время. Обращайтесь, компания Назаров партнеры. Пока.